Мир вам и благодать до да множества. Приветствую вас в прямом эфире телеканала CNL. И также мы вы в прямом эфире здесь в интернете. Мир вам драгоценные. Кто находится сейчас в Фейсбуке, прошу вас оставляйте комментарии, задавайте ваши вопросы, комментируйте. Будет очень интересно вместе с вами изучать 12 главу послания к римлянам, которую мы шаг за шагом изучаем. Мы верим, что Бог благословит нас в нашем библейском изучении. И мы назвали эту группу передач «Разбор слова, которое разбирает нас». Я мне однажды понравилась фраза, когда кто-то сказал, что говорит, мы идем на разбор слова в церквях, на многих так говорят разбор слова. И у меня возникает вопрос, если разбор слова, а почему не разбор нас? А слово оно не разбирается. Но изучение, наверное, имеется в виду. Так вот, я верю, что когда мы изучаем слово, слово изменяет нас. Приветствую всех, 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 кто сейчас в прямом эфире. Пожалуйста, поделитесь ссылкой на этот эфир. Мы ждем вас всех. Добавляйтесь, прибавляйтесь. Давайте будем рассуждать и говорить. Мы с вами изучили уже 11 стихов, и мы вчера остановились на 12 стихе. Я сразу же открою параллельно переводы потому что нам очень важно знать, что написано здесь не только в нашем 250-летнем переводе, насколько мне помнится, но также посмотреть, что написано в современных переводах, которые достаточно на современном языке описывают, описывают и когда они даются объемные переводы различные, то тогда становится гораздо легче и смысл становится понятным. Понятным смысл становится. Итак, 12 стих. Здесь написано, утешайтесь надеждою, мы вчера говорили о надежде очень много, и в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянно. И а, современный перевод говорит такие слова, радуйтесь, радуйтесь в надежде. Здесь утешайтесь надеждою, а сказано радуйтесь надежды Знаете, достаточно акцент чуть-чуть а, поменять и уже по-другому. Некоторые просто утешаются надеждой. Ну, ой, все будет хорошо. Ладно, буду утешаться надеждой, пока все мы здесь по колено в навозе. Ну, будет однажды хорошо. А здесь говорится: радуйтесь надеждою Это немножко, немножко по-другому, немножко по-другому, совершенно по-другому, чем как бы звучит радоваться в надежде. Надежда, она приносит нам радость, она, приносит, она, она должна приносить нам радость. И а, когда есть надежда, тогда радости больше. У человека, у которого отняли надежду, если у человека отнимается надежда, у него отнимается, а, автоматически уходит радость. Если ты не ждешь ничего хорошего, вот ну не ждешь ты ничего хорошего, не ждешь. Если ты не ждешь ничего хорошего, тогда. Начинает возникать серьезная дилемма, которая называется уныние или а, депрессия, или а, безысходность, или просто ступор. Не обязательно уныние, депрессия и ну, просто ступор. Многие люди оказались просто в ступоре. Почему? Потому что у них нет никакой надежды. Мы с вами вчера подчеркнули, что вера есть осуществление ожидаемого, вера есть осуществление надежды. Вера есть осуществление надежды. Тогда, когда осуществляется надежда, тогда действует вера. Там, где есть сильная надежда, где есть надежда, она помогает нам. Надежда помогает нам в стимуле для движения. Надежда ⁇ это как ясная, четкая цель. Еще один перевод а, говорит так: пусть надежда приносит вам радость. Это радостный, перевод, радостная вещь. Пусть надежда приносит вам радость. Говоря о радости, я специалист в области радости, поэтому очень много могу говорить о радости. И Царство Божье моя жена так сказала, что на 33% состоит из радости. Помните, там сказано, Царство Божие – это праведность, мир и радость во Святом Духе. У многих христиан есть праведность, есть более-менее мир, но радости нет. И они как бы лишены. У них Царство Божие на 76%. Они вроде праведники, вроде все классно, и мир у них, гармония, но у них нет радости. Радости. И если нет радости, все, когда нет радости, тогда нет радости. Это плохо. Надежда, если есть, то она, она дает человеку толчок куда-то ехать. Надежда подталкивает людей подниматься на вершины. Надежда подталкивает людей преодолевать какие-то сложные, сложные пути. Надежда дает людям такой толчок к движению. Толчок к движению вперед. Стремление стремление какой-то цели. Надежда не постыжает. Надежда это хорошо. И читаем дальше. А, дальше написано: утешайте надеждой, радуйтесь надежде или ожидая, имейте надежду с радостью. И дальше в скорби будьте терпеливы в молитве постоянным. В скорби терпеливы в молитве постоянным. Некоторые по-другому читают это местописание. Они говорят, в скорби постоянны, в молитве терпеливы. Они как бы поменяли так значение. То есть скорби у вас будут постоянно, а в молитве нужно терпеть. Нет, скорби нужно быть терпеливым. Посмотрим современный перевод. беда плохая и у тебя есть возможность согласиться или не согласиться у тебя есть возможность а, сказать да или сказать нет будьте потрясающе будьте стойкими будьте а, продолжайте стоять терпеливы это не значит что мы должны а, а, страдать да, в Библии сказано о страданиях, они бывают у верующих, особенно от гонений. Но когда мы говорим а, о терпении, терпение же должно иметь совершенное действие, сказано в послании. Терпение должно иметь совершенное действие. Будьте стойкими в терпении. Стойкость терпения – это условие выхода из проблемы. А, я ожидаю, что у меня а, придет ответ. Но как я ожидаю? Есть вот несколько методов. Можно ожидать а, пассивно. Вот я пассивно сижу и вот... Ой, пусть Господь что-нибудь сделает, пусть что-нибудь произойдет, пусть когда-нибудь что-нибудь изменится, пускай придут изменения. Терпение должно иметь совершенное действие. Будь, когда приходят проблемы, нам нужно стойко держаться. И действовать. Нам нужно стойко сопротивляться, нам нужно стойко бороться, нам нужно... Ну давайте так скажем. Нам нужно стоять не просто в приеме удара, когда ты принимаешь удар на себя, но твердо стоять и уклоняться от ударов. То есть, знаете как... Я бокс не люблю и считаю, что это такой нехороший вид спорта, но приехал один пастор, который любит сильно бокс, и, и он меня там потренировал чуть-чуть, и я вот такой натренированный чуть, чуть он мне объяснил, что, говорит, большинство времени боксер тренируется, и ему нужно терпение. Я думал, он говорит, что я думал удар носить, там, на ухо, там, я не знаю, корпус там по башке. Он говорит, нет. Говорит, уклоняться, защищаться и уклоняться. И а, когда, знаете, вот эта стойкость терпения, а, держи позицию, держи стойку, но а, научись уклоняться. Когда идет удар, а, не нужно быть таким, давай, давай, бей меня сюда. Бум, получил. Встал снова, давай еще раз. Некоторые думают, что задача христиан, это тупо стоять и вот так, давай еще раз, бей, бейте. Нет, уклоняться, уклоняться Праведник видит беду и уклоняется этой стойкость в терпении. А, некоторые говорят, нет, Господь нам поможет. Да, Господь нам помог, и Он сказал, уклоняйся, хук слева! И ты раз, уклонился назад, вперед, вниз, под руку, куда угодно. Но ты начинаешь уклоняться. И а, он <men <men> меня тренировал, и он такой стоит, пастор, этот фук. Вот так делать, и моя задача была вот так, и, знаете, и мне устал наклоняться, а когда наклоняешься, нужно прижаться, защищаться, то есть вот да, пытаться понять движение противника интуитивно. И, и когда когда мы говорим о жизни человека, это примерно то же самое, когда на нас идет а, идут а, нападки. Uh, не нужно только принимать, да, пусть так, пусть мне так и будет. Нет, я против. Я не хочу, я не соглашаюсь. Я хочу, чтобы uh, удары были мимо. Удары были мимо. Чтобы удары не попадали, чтобы они промахивались это как бы. Я хочу, чтобы так было. Почему? Потому что а, чем меньше противник промахнется, а нам не безизвестны умысла дьявола, сказано в другом писании. А, еще раз, терпение должно иметь совершенное действие. А, хороший спортсмен, он натренирован чувствовать, что происходит, и уходить, уклоняться от удара. Точка. Если спортсмен не натренирован уклоняться от удара, если спортсмен не натренирован уходить вправо влево если спортсмен не натренирован стоять а, хотя не я сейчас не говорю про атаку нет какое атаку многие христиане ура вперед нужно посмотреть стратегия у дьявола есть стратегия и когда он наносит удар нам необходимо а, уклоняться нам необходимо и, и терпение должно иметь совершенное действие а, когда когда беда приходит это не значит, что ты должен погрузиться в беду и слиться с проигравшими. Нет! Ты пытаешься, ты пытаешься уже найти ситуацию в этой ситуации. Я сегодня слушал прямой эфир буквально вот несколько минут назад закончился пресс-конференцию президента Трампа. И вы знаете, что они республиканцы проиграли Дом представитель House of Representatives, но выиграли в Сенате что есть большой плюс, и что не очень хорошо. И, э, им могут вставлять э, по, по, э, палки в колеса, и может быть, э, government shutdown. То есть, э, э, ну, короче, может, посмотрим, на что демократы, куда попрут их мозги, э, которые там не, не совсем твердо держатся. Так вот, э, и ему задают вопрос, а что будет, что будет. Он говорит, ну, ребята, вот когда что-то будет, тогда и будем смотреть, что будет. Я, говорит, хочу работать, я хочу, чтобы этой стране было хорошо. Но понятно, что демократы, они не хотят, им все равно как стране будет, им лишь бы уничтожить республиканцев, тех, которые стоят за консервативные ценности, за библейские ценности, их задача уничтожить. Как бы. и, вот, и я смотрю на его ответы, и я понимаю, он говорит, если они согласятся работать, мы сможем так много сделать. Но если они согласятся, что их главная задача разрушать то, что делает президент. И я подумал, каким нужно быть безумцем, чтобы вот добиться, оказаться там в нижней палате или верхней палате и рушить то, что делает президент. Это что, весь смысл их жизни, что ли, чтобы, вот чтобы он не предложил, но, а, а признать это очень сложно. И, знаете, как ни один телеканал не дает кредит, на, кредит президенту за то, что он там поднял экономику, и сейчас как никогда низкий уровень безработицы, экономика идет вверх, все классно. На. А они только зацепляются за какие-то слова, он сказал. И когда, и когда вот это происходит, думаешь, какой ужас, в голове у этих людей, но ну, это просто тьма какая-то. Хотя, хотя мы с вами а, находимся в очень интересной ситуации в жизни, очень интересной ситуации. А, и, и, может быть, ты оказываешься как президент, ты президент, но у тебя есть House of Representatives, а, я не знаю, как по-русски перевести, перевести дом представителей, а, которые будут бороться с тобой. Это больше там большинство а, синих. Или демократов. И вот, иногда ты оказываешься в такой ситуации, ты вроде хочешь как сделать лучше, но у тебя целый дом этих представителей, которые борются с тобой. И, конечно же, и на этот случай было бы, конечно, лучше, чтобы все бы у него было... Они стали, молодцы, демократы, хорошо поработали. И <laughs> я, когда смотрю, думаю, другой бы, наверное, сказал бы, мы признаем поражение ды -ды -ды, и стал ныть, и стал возмущаться. Нет, 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 мы будем работать и в этой ситуации. Мы сможем работать. Мы сможем работать. Мне понравился этот посыл, и я подумал: даже если находишься в какой-то ситуации, тебе сказали, у тебя смертный диагноз. Окей, давайте подумаем. Что можно в этой ситуации сделать? Ну, лечиться надо. Нужно просчитать все варианты, насколько ты способен получить исцеление. Если ты способен излечиться, слава богу, это нужно делать. Это нужно делать. Нужно, нужно. Но! Послушайте, вот здесь возникает большое но. Но если нет излечения, мы стоим в вере, мы молимся, и мы будем молиться. Но ты должен дать себе отчет. Окей, мне дают там несколько лет жизни. Замечательно. У тебя есть несколько лет гарантированно. Другим не дают, а у вот тебе дали гарантию на несколько лет. И теперь, что тебе остается делать? Дорогой, да проживете годы хорошо. Ты можешь, конечно, говорить, я потерял сражение, и надо бы за исцеление сражаться. Я понимаю, но почему бы тебе не прожить оставшуюся часть жизни? Хорошо. Правильно. Не прожить оставшуюся часть жизни красиво. Почему бы тебе не прожить оставшуюся часть жизни э, с благословением? И когда ты знаешь, да, это, это плохо, что тебе кто-то сказал, что, ну, там врач сказал, да? Это плохо, это очень плохо, это скверно. Но, а, но, надо жить дальше. Вот теперь в беде. Вы вот знаете, мне, мне так нравится, когда а, здесь написано, в скорби терпеливы, а про, проявляйте терпение в беде или будьте стойкими в беде. Не расклеивайся, не расклеивайся, будь стойким в беде, продолжай стоять, продолжай стоять в беде. И на, заканчивается этот стих, неустанно, непрестанно, постоянно молитесь, молитва много может. Боже всемогущий, благодарим Тебя, благодарим Тебя за то, что Ты дал нам такой инструмент, молитвенный инструмент, и мы можем молиться и обращаться к Тебе. Я прошу, благослови каждого человека, кто сейчас вместе со мною склонил свою голову и благословляет Твое имя. Прошу Тебя, Боже, благослови этих людей во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословляю вас. Итак, следующий стих я не буду даже комментировать, что молитвы постоянно, мы должны быть постоянно в молитве. Не переставайте молиться. Молитесь, это нормально, это хорошо. Молитва, она продлевает жизнь и дает благословение. Она умиротворяет, успокаивает. Когда ты в гневе, злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Да? Когда ты атаки на тебя идут, зло прет, молись. Молись, молитва, молитва, много может усиленная молитва праведного. Идем к следующему стиху. Итак, наш следующий стих, э, это стих 13. Мы в 12 главе находимся, и, и мы подошли э, к 13 стиху э, послания к римлянам. «В нуждах святых принимайте участие и ревнуйте о странноприимстве. Помогайте людям Божьим в их нуждах», — говорит современный перевод. «Будьте гостеприимны». Странноприимство — это не то, что принимайте стран странных, а гостеприимное это старое слово. Следующий: делитесь с братьями по вере, если они в нужде. Будьте гостеприимны. Итак, твоя жизнь, когда ты рождаешься сюда дагим, у тебя магнит слабый. Я так образно переведу. Вот представь, ты родился, ты голенький родился, кричишь. У тебя ничего нет. Вообще ничего нет. То есть у тебя ничего нет. Магнит твой по притяжению очень слабый. И ты слабо магнитишь. Магнитишь вещи, магнитишь друзей, магнитишь... Все, все. вот слабо, слабо магнитишь магнит слабый и усов даже нет проходит время и тебе начинают приносить игрушки соски и ты и, и знаете мне всегда интересно когда маленькие дети они такие щедрые для них нету понятия мое и они такие мя не и он, он он готов отдать он даже не понимает что это не его и ты ему съешь это твое это твоя игрушка а они иногда, у вас было такое, когда ваши дети готовы были все раздавать, даже дорогие игрушки, которые у них есть, а ты такой, а, ну-ка давай-то, а он готов все игрушки отдавать. Но потом у них случается приступ жадности. Вдруг они осознают, что магнитик-то есть. И у некоторых он начинает работать слишком рано. Вот вопрос к вам, дорогие. Ваши дети, какое одно из первых слов было ли? Вот это одно из первых слов. Мое, мне, это мое. Вот одно из первых слов, которое в их речи после мама, папа, у них появилось... Вот я не знаю, может быть у меня дети такие уникальные. Одно из первых слов, которые они выучили. Мое, мне. Меня, вот как-то, вот я даже немножко засмущался, я подумал, не сильно ли рано, а, а, не сильно ли рано а, у них, а, вот они стали примагничиваться. Вот вопрос к вам, дорогие цены, скажите, так у вас есть или нет, Это комментируйте, пожалуйста, Евгений Русланов, Валерий Першин, Яна Зафонова, Лала. Скажите, пожалуйста, вот мне в комментариях напишите. Вот удивительно, что ребенок начинает магнитить. И он начинает магнитить, магнитить игрушки. Он не ценит их, но он все равно начинает магнитить, начинает собирать. Сколько тебе игрушек надо? Да. И знаете, вот это, вот это было время, когда, знаете, он готов с легкостью давать, но потом становится все труднее. И самое ужасное, это когда, когда кто-то приходит поиграться его игрушками, и у него вдруг начинает просыпаться чувство собственника. И он начинает собирать эти игрушки. Когда другой ребенок появляется в доме, у него начинается защита своих игрушек. И если гость возьмет какую-то игрушечку, он тоже ей хочет сразу же играть, моментально. Сразу же ты... Да ты она валялась у тебя полгода. А вдруг теперь, когда Машеньке понравилась игрушка, то Сашенька, он сразу же бросается на свою родимую игрушку. И этой Машеньке он не даст поиграться. У вас так было или нет? Мне просто интересно, я вот по комментариям хочу посмотреть, было ли у ваших детей так или нет. И мы как бы учили, сыночек, вот этот крокодильчик, которого ты хочешь играться с ним, у него головы нет и уже лапочек нет, а ты все еще как бы. Ну, а, это просто а, такое чувство а, собственника вырабатывается, такое капиталистическое. А, вот интересно, мое, мне, меня, моя игрушка, мое моя собственность и по мере роста давайте э, когда когда по мере роста ребенка и ты уже начинаешь где-то учить щедрости давай отдадим нет это мне надо тебе зачем хорошо давайте так позвольте мне спросить женщины если у вас в гардеробе платье в которое ты уже не влазишь но ты его держишь на всякий случай похудения. Хорошо, какой процент гардероба ваших, вашей одежды на случай похудения? Или на какой-то такой случай, он, оно висит там уже много-много времени. И вот ты ждешь, что какой-то знаете, вот эти гардеробы, как они быстро начинают нарастать, 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 нарастать. И все магнитится, магнитится. И с каждым новым, знаете, вот ты начинаешь примагничивать, примагничивать, примагничивать. И уже обувь примагнитилась, и это примагнитилось. И постоянно обновление, какие-то тебе вещи, тетрадки, ручки. И мы начинаем покупать, покупать, покупать. Начинаем намагничивать. На, вот, на. вот, на. вот, это, вот это удивительно. Мы начинаем намагничивать, начинаем намагничивать мебель, притягивать себе мебель, квартиры, дом, машину. О, как мы радуемся, когда что-то примагнитим, и и потом еще примагнитим, еще и начинает, начинает все, он, он, мы обрастаем, и вот постепенно мы некоторых, знаете, магнетизм очень хороший получается, они они так хорошо научились магнититься, они все тянут, 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 тянут. И они, они тянут так много, а некоторые научились зарабатывать хорошо и еще покупать. И, а, и, вот, и вот ты оброс всем этим хламьем. У меня есть такой, Я люблю инструменты. А, какие-то сверла, какие-то вот эти деревяшки, какие-то вот, знаете, вот намагничиваю. Я вот перебирал шурупы недавно. И, знаете, вот даже ржавые шурупы жалко выкидывать. И мне уже кто-то подошел и говорит, да выкини ты эту ржавчину. Ты, может, им никогда не воспользуешься. А мне жалко выкидывать. А потом я думаю, а что мне жалко выкидывать? Оно все равно мне бесплатно от папы досталось. А все равно где-то вот, теперь это мои, хоть и ржавые, но мои. И, и я начал очищаться. Вот это вот это, 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 сложно магнит сломать, знаете, когда сильно примагнитилось. А, а, и, а, и вот вопрос. Намагнитились. Когда мы намагнитились, у нас должно одновременно появляться возможность избавляться от балласта. Проблема намагничивания: а мы становимся менее подвижными. Вспомните студенческие годы, когда вы были а, готовы, а, готовы уехать хоть куда, и все ваши вещи поменя... помещались в одну сумку, в пару чемоданов. Теперь, когда ты хочешь переехать, здесь не, не двумя чемоданами, а контейнеров нужно несколько штук, и ты начинаешь, а, знаете как, а, начинаешь с этим бороться. То есть тебе, тебе, тебе эти контейнеры, это уже такое имущество. А, Елена Бусаева пишет, оторвала от сердца только по одной причине, что придет что-то новенькое. А, это такое самоубеждение. Ладно, я отдам это в надежде, что вот это место займет что-нибудь другое. Нормально это капитализм. Капитализм в мозгах у нас живет. Мы намагничиваем. Проблема в том, что, знаете, в момент, когда ты помрешь, все от тебя отлепится. Вот все. Абсолютно ничего к тебе не будет прилепляться. В Америке есть так называемый, знаете, гараж сейл, а есть эстейт сейл. Что такое эстейт сейл? Если кто-то помер и все имущество осталось, родственники не хотят возиться с этим барахлом. И они нанимают компанию, который оценивает свое барахло и говорит, мы вам дадим за это барахло э, там, 5 тысяч долларов или 10 тысяч долларов. И они говорят, о, согласны, давайте вот за это все барахло 10 тысяч долларов. А э, э, эти люди, они делают аукцион, не аукцион даже, открывают для людей, на все навешивают ценники. И знаете, мне, вот я несколько раз был на эстет целых, так интересно, заходишь в дом и сразу же... Вот все, что у человека было в жизни, вот он намагнитил, что за всю свою жизнь, и вот он кончился. Заходишь к одному, он собирал какие-то кастрюльки, какие-то ложки, какие-то поварешки. Там этих ложек, думаешь, как будто бы армию собирался кормить. Другому заходишь, у него там гвозди, там дрель пилы. И, и вот смотришь, думаешь, как это возможно? И там, конечно, по цене смешное можно брать и торговаться можно. Но а, один купил себе матрас, который стоит 2000 долларов за 200 долларов. Да? И я, я видел, как это происходит. То есть, это как какие-то а, но как только человек умирает, магнит тюк, закончился, и он перестает притягивать себе что-либо. Все, абсолютно, вот все. И знаете, когда его в гроб кладут, к нему ничего, и люди уже туда цветы засовывают, потому что уже не магнитит, да хоть, знаешь, закрыть его, ну, типа цветы притягивать теперь ему, только цветы. Ему уже ничего не надо. Магнит кончился. Когда ты сыграешь в ящик, туда люди засунут немного цветов тебе. И забьют гвоздями. Ну или на замочек защелкнуть себе подороже гроб. И все. Ты уже ничего не нак пришел, нак уйдешь. Магнит закончится. Ты перестанешь притягивать вообще что-то. Мертвые не скупаются мертвые по эстет-сейлам ездят, и я вот смотрю на всех людей, которые на эстет приходят и ковыряются в барахле этих людей, в попытке найти что-нибудь, что им а, подойдет, что им нравится, в попытке найти что-нибудь подходящее. Кстати, я там уже все несколько вещей взял. О, я люблю, знаете, бронзовые статуэтки, и у меня папа артист балеты, и вот я такую танцовщицу там взял бронзовую, это просто скульптура очень красивая, и, и коней еще бронзовый взял. Ну, по дешевке. И кто-то мне говорит: зачем ты взял? А я говорю, я не знаю. Я вот художник, мне нравится вот каслинское литье. Мне нравятся вот такие железные, черные, такие бронзовые статуэтки. Я почему-то люблю. Кто-то нравится деревянная, а вот такая слабость у меня. Слабость. И вот вопрос: а что тебе надо? Вот что тебе надо? Ты все хочешь намагнитить до какого этапа? До этапа, когда ты закончишься и кто-нибудь размагнитит и э, твое барахло разберут? Недавно э, одна женщина, еврейка, умерла. У нее сын такой, ну, разгильдей. Я жила так скромно, все-все-все, и вот э, нас позвали там, потому что мы знакомые, на, прийти, и когда мы зашли в ее дом, я был в шоке, все вещи перевернуты, все раскидано, а, все кровати перевернуты, знаете что, он искал деньги, он думал, что у нее где-то там запрятано 100 тысяч долларов, и он вот все шкафы, вот все, что можно было разобрать, он все разобрал полностью в поисках денег, своей мамаши. Он думал, что где-то найдет деньги. Он полностью все перевернул и ничего не нашел. Он хотел отмагнитить от нее. Может быть, у нее они и были, но он не нашел. Как печально. Смотрите, как здесь написано. Я к чему это все говорил, к такую длинную речь. Делитесь с братьями по вере. Современный перевод. Здесь написано, в нуждах святых принимайте участие, помогайте людям Божьим в их нуждах, ну или делитесь друг с другом братьями по вере. Твоя способность намагничивать должна быть эквивалентна твоей способности отдавать. Лена Бусаева хорошую, хорошую мысль сказала если я что-то отдам, что-то новое придет. Это абсолютно верно. Это закон сеяния жатвы. Она абсолютно права. Твоя способность, мы тянем вещи, но способность отдавать, она настолько, настолько благословенна. Писание говорит, блажение давать, нежели принимать. Настолько благословенна в пользительности для тебя, что это принесет тебе потрясающий урожай в жизни. Урожай благословений когда ты увидишь Божью руку в том, не то, что ты собираешь, а в том, что ты раздаешь. И всегда имей в виду, что в конце твоей жизни, в конце твоей жизни, магнит твой перестанет действовать, и ничего вокруг тебя не будет собираться. Ну, давайте предположим так. Если я помер, то ничего из того, что есть у меня, что я дорожу, оно перестанет дорожиться. И любой человек может подойти и взять, и забрал, и все. Мой магнит закончится. Если вы до смерти научитесь отдавать, отлеплять, вы покажете Божий характер. Ибо так возубил Бог мир, что отдал. Мы притягиваем, мы берем. Наше с детства мы хотим все больше, больше, больше. Зрелость это когда у тебя включается разворотный момент. И ты перестаешь собирать, а начинаешь раздавать. Когда ты начинаешь раздавать, и раздача, раздача, она, она, она обусловлена твоим изменением. Ты способен избавляться. Ты способен давать знания. Знаете, я видел люди, мне всегда было удивительно, что у нас здесь много беженцев, но кто-то знал, что где-то дают еду бесплатно. Знаете, американцы щедро дают там, 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 там раздают какую-то еду, и когда кто-то ходил за получать эту еду, он тихенько ходил, молча получал еду, никому не говорил, что там бесплатно дают еду, хорошую еду дают, все, и когда один беженец узнал, там еду бесплатно дают. И спалил того, первого, Но этот он пришел и всем сказал: Ребята, приходите. И потом оказалось, что этот человек давно знал. Он давно знал. Первый. Он никому не говорил. Он как бы намагничивал себе точку. Тебе все узнали, потому что этот. И они друг другу передали и сказали: классно, слава Богу! Знаете, вот это, вот это такое состояние, когда мы способны не то... наш опыт отмагнитить. Ты знаешь что-то, но ты не хочешь отмагнитить свой опыт, ты себе его сохраняешь. До каких пор тебе он нужен? До тех пор, пока ты сгинешь? Тебе оно зачем? Я ходил среди вот этих вещей умерших людей, смотрел на весь их дом, я философки смотрел. Я смотрел... Знаете, как заходишь к каждому человеку, видно, кто, кто чем жил, кто чем жил, и, и удивительно, абсолютно разные люди. И когда, когда человек э, сгинет, ты уже ничего не держишь. Я был в доме художницы, и она слабенькая художница, никакая художница, как художник художник, я скажу, что она не художник. И вот она рисовала, рисовала, рисовала свои картины, и у нее акварели там, знаете, куча акварелей, куча, вот такая гора целая. И они лежали в шкафу, и когда я увидел этот шкаф, я знал, что этот шкаф стоит 1300 долларов. Вот такой движной, большие полки, а, а, по-моему, савка называется. Я нашел этот шкаф, и я подумал, шкаф хороший, а мне как раз для арт-работ нужно. И я за... открыл шкаф и смотрю, в нем лежат акварели. Я посмотрел акварели, посмотрел, сколько труда. И знаете, она померла. И какая-то тетка, арабка, распродавала, потому что она контракт выиграла, распродавала все ее имущество. И я смотрел на все эти картины, которые у нее там лежат, которые никто не хотел брать. И я подумал, как было бы классно, если бы эта женщина еще при жизни, раздала бы свои картины. Нет, она сохранила, она сохранила целую гору картин, и я когда договорился, шкаф, который полторы тысячи долларов, с 1300 стоит долларов, я его купил за 65 долларов, плюс еще э, плоскогубцы получил в придачу, и, и я смотрел, как она выгружает ее картины, и я подумал, какой ужас, Человек трудился, рисовал кисточки, эти картинки, акварельки. И теперь какая-то тетка выгружает эти картины как макулатуру. И я немножко в огорчении. О, если бы эта женщина видела, что произойдет, она бы еще, будучи живой, всем бы раздала свои картины. Всем бы раскидала бы свои картины чтобы ни какая-то арабка не выгружала как макулатуру ее картины. Потому что они потеряли ценность. Да, может быть, эта арабка хотела, чтобы кто не заплатил ей деньги, потому что она купила этот контракт. Но смотрите, как интересно. Это просто, это просто вообще. Если вы, если вы удерживаете у себя, виду удовлетворения ваших магнетических желаний, то вы уничтожаете все. Научитесь запускать, отдавать. Если первую половину жизни вы собираете, то научитесь вторую половину жизни раздавать. Отдача – это такое благословение. Благословляйте советом, возможностью, временем, участием, своим, своими вещами раздавайте свои вещи, <свят> благословляйте, участвуйте в нуждах святых. Если ты вещь у кого-то нужда и чего-то не хватает, а смело отдавай. Смело отдавай. Бог поможет тебе. Бог реально тебе поможет. Бог благословит тебя. Отдавай, запускай, благословляй, раздавай. Бог за тебя. Драгоценные мои, я вас ободряю всячески. В нуждах святых принимайте участие и ревнуйте о гостеприимстве. Будьте открытыми, впускать людей в вашу жизнь. Будьте открытыми, впускать людей в вашу жизнь. Знаете, я вот здесь пять лет живу, и у меня не было какого-то большого срока, чтобы у меня дома кто-то не жил еще. Здесь постоянно беженцы в Америку бегут, из Казахстана в основном, но из других стран. И постоянно у нас дома кто-то живет, постоянно кто-то живет. И для меня это благословение. Да, это немножко дискомфортно, это немножко неудобно, это и так далее. Да, 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 Но, знаете, это, это благословение, когда ты можешь служить своим имением. Не магнитесь к тому, что у вас есть потому что смерть размагнитит вас в ноль. И если когда вас размагнитят, и у вас еще много барахла останется, тогда позор вам. А ну зачем вам? Зачем вам это барахло после смерти? Запускайте, отдавайте. Не надо держаться за это. Если это кому-то поможет больше, чем тебе, отдавай смело. На полном серьезе. Если кому-то что-то поможет больше, чем тебе, если ты видишь, что для кого-то это будет большим благословением, отдай советами, подсказками, связями твоими. У тебя есть хорошие связи, ты наработал хорошие связи. А этому молодому брату во Христе или сестре, ей нужно как... дай воспользоваться твоими связями. Потому что твои связи, они временные. И они все размагничиваются, когда ты, ты потеряешь свою позицию. Пока ты при власти, пока ты при власти, пока у тебя есть возможности, послужи другим людям реально послужи другим людям своими возможностями, нуждах святых принимай, помогайте людям в их нуждах, помогайте божьим людям. Вот смотрите, как сказано в современном. помогайте божьим людям в их нуждах. Ты видишь, в конечном итоге, я понимаю, у вас есть планы, цели, вы хотите купить, обновиться, это нормально, я я абсолютно за это. Но мой основной поинт в том, что почему бы вам, вот почему бы вам не не оказаться в ситуации, когда вы помогаете людям, окружающим вас. В конечном итоге, ну зачем тебе что-то? Вот, вот проходит время, вот пройдет время, вот тебе будет 60 лет, тебе что? Что, много надо? Знаете, удивительно, моя мама <laughs> всю свою мебель, постоянно какой-то беженец приезжает, она отдает кучу своей мебели. Постоянно отдает кучу мебели, я смотрю на нее, говорю, мама, что ты делаешь? Она говорит, она им более нужнее. Она раздает всю свою мебель, и Бог снова дает ей. И она снова, я смотрю, и я уважаю моих родителей за это, за то, что они смело отстраняются и не прилепляются. Размагните. Я понимаю, что мы будем до конца жизни примагничивать, и нам нравятся красивые вещи, и мы тянем их к себе. Но в конечном итоге помните, что все это какой-нибудь estate сейл Будет по заниженной цене распродавать. Если у тебя будет после смерти estate sale, стыдно, что ты еще при жизни не раздал. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Наш телеканал нуждается. Знаете, я уже сколько раз уже мне уже не хочется на эту тему говорить. Да, мы нуждаемся. Да, мы должны оплачивать счета, мы должны оплачивать спутники, мы должны оплачивать студию эти лампочки, когда они перегорают, их нужно покупать новые. Да, мы нуждаемся. Но если я говорю про это, создается впечатление, что типа я хочу ваших денег. Мне не нужны ваши деньги, ребята. Вот, вот не нужны ваши деньги. Уже с этим у меня уже обвинениями уже устал. Я хочу сказать, что мы имеем нужды. И я знаю своих друзей, партнеров, людей, которые принимают участие. Помогайте людям по вере, братьям, сестрам. Помогайте им в их нуждах. Ты увидел кого-то нужду? Ты не случайно его видел, это Бог тебе показывает. И Он проверяет тебя на твою вшивость, если так можно сказать. Сколько у тебя жабы будет, и способен ли ты благословить. Когда ты видишь кого-то, и внутри тебя есть такой это значит Бог случится. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Благодарю вас за все участие, за поддержку, за молитвы, за то, что вы вместе с нами. Благодарю за то, что вы помогаете нам распространять Евангелие. Пусть Бог благословит вас. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светом лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Аминь. Сегодня с вами был Максим Максимов. Принимайте участие в нуждах святых. Будьте благословены. Всем пока.